Массовый митинг с требованием отказаться от политики сближения с Североатлантическим альянсом прошел в Сербии. Тысячи людей несли плакаты с патриотическими и антинатовскими лозунгами. Так они выразили несогласие с действиями президента, который ратифицировал соглашение о сотрудничестве с военным блоком. Протестующие говорят, этот документ неконституционен и является, цитата, признанием капитуляции. Сербия никогда не согласится стать колонией НАТО. Закон о сотрудничестве с альянсом не более чем форма оккупации. Мы требуем референдума по этой проблеме. Ранее премьер-министр Сербии Александр Вучич заявил, что правительство не намерено проводить референдум по этому вопросу, так как это пустая трата денег.